Камила в римской мифологии – дева-воительница. И действительно, новое инновационное судно, застывшее на набережной Санкт-Петербурга в ожидании скорого рейса в Казахстан, гордо взирает на проходящие в порте пароходы. Головное судно «Камила» проекта «Ютаб» для морских рекоморей перевозок создана группа «Морская техника» для собственного судоходного подразделения Sea Energy. Всего для себя компания построила два аналоговых судна. Второе тоже носит красивое женское имя – «Элла». Как заявляют создатели, их инновационное судно превосходит своими характеристиками и возможностями все суда в своем сегменте. Так, дедвейт судно составляет 9 500 тонн, контейнеровместимость достигает 500 TEU, что в два раза превышает размер аналогов. Отличительной чертой «Камилы» стала надстройка на носу судна, что дает возможность использовать трюм в открытом виде, а значит, перевозить негабаритные грузы без ограничения по высоте. То есть при экстренном, допустим, набрать мне балласт, мне надо 2 часа, и я буду полный. То есть и бортовые, и днищевые танки будут все полны. Танков очень много. 34 штуки. Поэтому здесь можно регулировать и осадку, и дифферент, и что хочешь. Расход топлива здесь около 8 тонн. Но это полный ход, то есть это не экономический ход. Это полный ход, все 100%, ручки в пол. И независимо от погоды, то есть в тихую погоду будет меньше, порядка 7-6,5. Как мы шли в штормовую, около 8 тонн. Одним из главных достоинств судна является количество потребления топлива, которое на 20% меньше, чем у других судов река мореплавания. При этом судно длиной 141 метр, шириной почти 17 метров, развивает скорость до 10,5 узлов. «Камила» была спущена на воду еще в Турции 12 мая 2020 года, но из-за коронавирусных ограничений пришлось много нарушить традиционную церемонию. Крестная мать судна на мероприятии не присутствовала, зато смогла прочесть речь и увидеть, как разбивается бутылка шампанского дистанционно. Окончательно заказчик примет судно во второй половине июля, после завершения ходовых испытаний. Второе судно «Элла» спущено на воду в Турции в феврале этого года. «Элла», как и «Камила», является судном класса «Волга Дон Макс», только чуть легче. Дедвейт «Эллы» в море составляет 9300 тонн. «Эллу» тоже можно будет увидеть в порту Санкт-Петербурга совсем скоро. Ангелина Олейникова, Портньюз ТВ.